Увлеклись путешествием по карте, что не замечали ничего вокруг, ни своих попутчиков по автобусу, ни пейзажей, мелькавших за окном. Спор о маршруте затянулся, и мы рисковали сойти с автобуса, не решив даже, куда направляться дальше. Впрочем, так оно и получилось. Перед нами были десятки дорог, и каждая из них по-своему интересная. Мы направляемся в горы. Случилось так, что нашим проводником стала песня. Она повела нас за собой. Машташып жүрсе көчөдө, майрандын көркүн туу берет. Где она родилась? В городе или в горах? Кто ее создал? Узнать это стало целью нашего путешествия. Макмалга сайма сайганда, емгектин көркүн жер берет. Сыйкырдап жасап койгондо, өнөрдүн көркүн эл берет. Мы спросили у коммунизиста, кто автор песни, где она родилась? А он ответил: я знаю, где рождаются реки на ледяных шапках гор. Я знаю, где рождаются облака над вершинами гор. А песни там, где живет человек. Стоило только нам напеть чебану мелодию «Терме», как он тотчас подхватил ее. Мелодия как будто слилась с шелестом ветра, пением птиц, с шумом реки. Наверное, тот, кто создал эту песню, чутко прислушивался к неумолчной песне родной природы. Путешествие за песней привело нас на праздник молодежи. Я так долго ждала, а ты так долго ждала, ты моя любовь, ты моя любовь.
как не весело среди новых друзей, а мы не забыли о нашей терме. Кто автор? Терме! Малдыбай! Да, и ты песни я писал давно. Во время войны 44-го года. Откуда писал слова, Сентей? А слова моему любимому другу Аллу Токамбаю. Вот перед вами сидит. Да, я много песен писал. Более, около 300 песней. Больше половины моей песни его текст. Теперь я сейчас работаю. Малый жанр у нас считается, это песни, хоры и такие романсы, вот такие. Я очень рад, что которые вам нравились мои песни, и эти песни народ считает своей. Спасибо большое. Все, что вы нам сказали, это очень интересно. Ну как, наша республика понравилась вам? Республика Солнечная. Киргизии не может не понравиться. Да, много зелени. Солнца достаточно было. Понравилось? Пожалуйста, приезжайте чаще. По горам. Нам сопутствует доброе пожелание народного артиста Советского Союза Абдылласа Малдыбаева. Нас ведет по киргизской земле его музыка. Открывает перед нами красоту этого края, душу и сердце народа.